Вот, я сейчас снимаю, как я сейчас снимаю телефоном, как я снимаю себя на камеру, с камеры. Выключим. С нижними клавишами, с верхними, точнее, клавишами я разобралась более-менее. С нижней надо... Вот это самое. Разбираться отдельно. Камера щелкнула, потому что я на нее не пишу. Так, ну что я опять? Короче, вот зритель. Сейчас оно на вытянутой палке. Я сейчас эту палку опущу обратно. Можно вот так вот сделать ее. Ну, та фигня, которая держит камеру. В смысле, держит эту штуку. Я сейчас даже включу обратно камеру, чтобы показать, что она вот, ну, согнутая. Так. Камера включить совсем. А теперь давай я на тебя нажму. Вот так вот оно. Сейчас вот как бы. Я вот так держу. Ой. Так. Во. Зафиксируйся нормально. Так. Опять Bluetooth отваливается. Ну, в смысле, он хочет отвалиться. Он меня спрашивает, отвалиться? Я говорю, нет, не отвалиться. Ну, эта клавиша длинная вот тут не действует. Но тут столько всяких настроек. Я думаю, при случае можно разобраться. Приближение, удаление. Ой. Теперь логотип сверху. Так. Писк. Я даже сейчас тут это, как бы встану. Ух, я тут встала. Сейчас я двумя руками держу. Точнее, одной рукой держу ту руку, которая держит эту штуку. Ёлочка. Сейчас я вытаскиваю эту палочку. Так. Не на все, по-моему, я ее вытащила. Ой. Туго очень я ее вытащила. Я лапу вытащила совсем. Вместе с этой, блин, как это в камеру-то попасть? Я не всегда врубаюсь, что как бы камера-то вообще здесь, а не посередине. Кошка. Ох. Ой. Поменяла положение. Надо сообразить потом, как это все фиксировать. Ой, у меня тут белье, которое я все никак не доглажу. Я вчера погладила. Но сегодня я еще... Ну, не все, а сегодня я еще не успела погладить. О, если на центр нажать, то оно больше сфокусируется. Там кошка что-то вякнула. Кошка. Елочка, камера. Снова куча материала. Но сначала я буду вебку монтировать. Не, вообще вот как бы дрожит лапа. И экран дрожит. Если двумя лапами держать. Вот сейчас лапа дрожит, но экран не дрожит. У меня тут мешок с подарками и еще мешок с подарками новогодними, потому что меня внезапно тут в гости позвали. Ну, как бы еще рано, но я просто подумала-подумала и решила, что это... Так, во. Кстати, она нагревается, эта лампа. Ну, не так, чтобы уж супер сильно, но я ее брала, она такая тепленькая была. Сейчас мы это выключим. Во!
тоненькое такое нажатие. Короче, это вот точно я забыла, надо, чтобы писалось, надо одно нажатие на синюю клавишу, ну, на синий огонечек, когда оно синим горит. Или сфоткаться. Двойное это поменяет положение, ну, меняет камеру местами. Интересно, сейчас вот получится в записи поменять эту камеру местами? Нет, видимо, меняет камеру местами, но только когда вот выключено. А вот видео посмотреть на сайте ютубном. Я не знаю, как. Я потом это включу тоже в монтажку, в ролик. Может, даже отдельным роликом залью в рабочие файлы. Ой, я на что-то нажала. Случайно. Как выдвинем это? Ох. Смотри, ой, оно перевернулось. А. Я опять на что-то нажала, что ли? Вернись обратно. Ой, не надо отконнектироваться. А мы снимаем кошку. Я забыла, что тут как. Ну, как бы я мельком видела инструкцию, раза три видела как, видео на иностранном языке, даже не на английском. И как бы вот. Можно в приложении управлять телефоном. Можно, в смысле, это на самом телефоне руками управлять. Оказывается, оно меняет морду лица, когда выключаешься. И у меня сейчас была включена фотка, и там режимов дофига. Так. Если бы я еще поняла, что ты мне булькаешь тут. Блютуз отвалился, что ли? А, нет, не отвалился. Вот оно. Как это только потом монтировать в таком виде это уже? Не отваливайся, не отключайся. Во. Интересно, оно вообще может меняться так вот обратно? Я забыла, двойной щелчок что делает, а что делает длинный щелчок. Смена камеры на меня не получится так сразу. А микрофончик-то какой? Ладно, отрубаем тебя сейчас тогда. О, она снова пишется. Так, как вернуть камеру-то обратно? Камера, вернись обратно. Так, не так. Мою лапочку. О, запись пошла, запись пошла. Запись пошла так. О. Кошка. Кошка. Так. Не догоняю я, правда, эту хрень. Так, какое-то тупое кнопочка. Ты действуешь или нет? Это я еще инструкцию при этом не читала. Да, привет, зритель. Я на этой самой палке снимаю. Ой. Надо сейчас, значит, снова камеру включать. У меня сегодня день видео получается всяких. Сарибоку, я так хотела тебя на Новый год сделать. Так, забыла на что нажать, чтобы это самое вернуть камеру обратно. Так, где тут эта кнопочка? Кнопочка. Точно, оно синим горит, когда это самое, когда работает. О, оно перевернулось в этот экран. Ух ты, оно перевернулось сюда. Я правда не уверена, у меня. Да, оно вверх ногами нам перевернулось, потому что в другую сторону оно не получается, потому что у меня не совсем равнобедренно стоит, а я никак не соображу, как это сделать, и оно у меня сразу же подключилось к Хварион. И китайцы, я вас так же люблю, как японцев. Вообще люблю азиатов. Так, как обратно за тебя? Так. Вернись в какой-то другой. О, вернулась. Отключение Bluetooth. Почему-то оно отключилось-то.
Не отключайся, Bluetooth. Мне будет без тебя одиноко. Я сейчас снимаю без всякой этой кольца лампы. У меня волосы такие, будто коричневые. Они, наверное, такие и есть. Я хочу вспомнить, как делается, чтобы переключить на другую часть камеры. В общем, это клавиша, которая приближает, отдаляет. Или я пока не догнала. Или оно с Honor Huawei 9A не юзается. Или надо как-то в настройках лазать этого самого приложения. Как вернуться на кошку-то хоть обратно. Точнее, как показать кошку-то. Так, ну что там это? Эй, кошка, вернись. Ой. Отключение Bluetooth. Не надо отключать Bluetooth. Не надо, не надо. Так. Как вернуться на кошку-то? Или оно отрубается, а потом врубается? Я что-то забыла. Инструкцию, конечно, надо было почитать. Я сейчас... Оно так наклонилось. Во, оно вернулось в другое положение. Можно поставить... Правда, тут коврик может... О! Ой-ой-ой-ой, как туго-то вытаскивается эта палка! О! Во, коврик. Ты не совсем ровный, можно я тебя отодвину? Так. Во. Ой, я на что-то случайно нажала. Как оно? Вот так вот. Оно тупо зарядилось, и я как-то думаю, ну как бы это, эксперименты ради, я даже не думала, что оно тут что-то записывать будет. Может, тогда пока выключить?